боевых искусствах применяется в основном нижнее дыхание. Это связано с тем, чтобы противник, во-первых, не видел, когда мы делаем вдох, чтобы плечи не поднимались. И второй момент, это для того, чтобы, когда мы делаем работу низом живота, у нас стимулируются, значит, мышцы живота, и, в принципе, когда мы получаем удар именно в этой области, то мы удержим удар. Значит, я сейчас разберу вам все моменты, все, что связано с дыханием. Вот. Значит, нижнее дыхание – это стимуляция деятельности желудочно-кишечного тракта. Значит, все продукты питания, которые мы получаем, они более глубоко расщепляются, и при обогащенной крови кислородом поступают вместе со строительным материалом через кровь в мелкие сосуды, в капиллярные сосуды. То есть идет регенерация, восстановление мышечных и костных тканей. При обычном дыхании этого не происходит, потому что когда мы делаем санчин и пиншу, мы делаем, создаем давление в кровеносной системе длительное по времени, как шарик надуваем. Когда мы шарик надуваем, конец надувается в самом конце. То же самое капиллярная система, которая задействована именно для регенерации, и чтобы у нас мышцы не отмирали, там, скажем так, питательные вещества подходили к самым дальним точкам нашего организма. Они могут подходить только в одном случае, когда создается давление и когда кровь насыщается кислородом, плюс микроэлементы, которые и питательные вещества, которые мы получили от работы деятельности желудочно-кишечного тракта именно за счет глубокого расщепления продуктов питания. Это один момент. Второй момент, нижнее дыхание именно в наших комплексах, оно направлено на то, чтобы циркулирует энергия ЦИ по центральному меридиану, где были задействованы основные три чакры. Проверяют обычно таким образом, проверяют образ живота.
Тихо! Плечи. Yes. Если чуть-чуть больно. Yes. Да. Не надо. Я был. Пусть. Спасибо. То есть каждое движение у вас на пол. Хая! Хаяй! Старый, вот. Есть дыхание бесконечности. Сейчас на простом примере, значит, мы попробуем объяснить, как распределяется дыхание на одной и той же технике в разных вариациях. Мы вам покажем несколько способов распределения дыхания в процессе отработки. Смотрите. Первое. Я выполняю расшатывание. На расшатывание я должен приложить обычную силу. На вдохе я никого расшатать не могу. Поэтому первая фаза из базы закладки у меня так. Я делаю так. Втягиваю, выдох. Притянул к себе. Следующий. Ухожу с линии атаки, перехватываю поясницу, делаю вдох. Наполнился, пришел в цукури, позицию для броска. Затем мне нужно усилие. Киме. Киме выполняется на выдохе, если вы знаете. Правильно, как вот сенсей реально сказал. Надо присутствовать. Умом присутствовать в том, что вы делаете. Если просто взять вот так вот. Но я не буду кидать камень в огород, но чисто по-самбийски. Все, техника не идет. Так будет всегда. Сознание – это ваша воля. Управляется дыханием. Соответственно, и дыхание управляется, да, вашим сознанием. Все связано. Выдох. Вдох. Выдох. Изначально строится система обучения, с самого начала учат дышать в Ичирю. Новичка изначально учат дышать в Ката Санчи. Поэтому все дыхание, ну, вся техника дыхания у нас сосредоточена в Ката Санчи дыхании. Схема такая, дыхание происходит таким образом. Всегда в Санчи технике все делаются дыхательные без кимоно, как же в Годжирю и в Ичирю так же. Без кимоно происходит дыхание. Значит, сама система происходит такая дыхание. Учится делать так. Вдох происходит на возврат руки делаешь. Через нос опускаем вниз. Во время удара происходит такое бездыханное состояние. И когда идет возврат после удара уже, идет выдох. Выдох такой короткий, язык прижимается к нему. Выдох короткий, как будто как такой плевок воздуха. Часто на такую приводит ассоциацию, как дыхание дракона, говорит короткий, шипящий, шаг вперед, снова делается вдох и снова делается выдох, снова делается вдох, удар, выдох. Вдох носом происходит такой, чтобы вы как будто вы нюхаете что-то, какой-то цветок или что-то, какой-то запах, что-то духи, что-то вдыхаете, вдох короткий, нос можно шевелиться, он держит меня крепко, как в стену упирается. Если я расслаблюсь, видите, напряжение все время постоянно. Я буду разговаривать, дышать, оно все время должно быть динамично. Вот так должно быть в ката, во всех ката, в санчине, в кулинаристе. Должно быть так. Я разговариваю, дышу нормально, а низ живота напряжен собран. Вот так должно быть очень санчине. Это техника из ката. Где вот сунай, где несчастье, все должно быть в санчине. Видишь?
вам несколько секунд. Обычно, как говорят, мы дышим. Это когда вдох, это мы собираем воздух, живот вдувается. Когда вдыхаем, прожимаем. А именно в кихушине наоборот. Когда мы делаем дыхание, вдох, уже она не удавляется, она наоборот напрягается. Когда отпускаем, она удавляется. Вот именно в чем разница в кихушине. В самом обычной жизни, как говорим, если берем воздух, логично, правильно, она удувается, когда отпускаем, она уходит. А именно в кихушине это наоборот, когда мы вдыхаем, надыхаем, она наоборот, понимаете? А когда отпускаем, пускайте. Оп-оп-оп. И... Всегда ссылка на то, что я имею медицинское образование, врач по первому образованию, соответственно, с этим немножко теория, чуть-чуть быстро. Значит, первое, что происходит, когда мы дышим? Из общих, из теории общих знаний, из объема общих знаний, понятно, да, мы выделяем кислород, выделяем углекислый газ. Что происходит в легких? В легких происходит так называемый газообмен. То есть вначале выделяется углекислый газ. Это первое, что, да, что раньше, яйцо или курица. Вначале выделяется углекислый газ из эритроцитов, проникает через мембрану и забирается этим же эритроцитом кислород. Газообмен зависит от парциального давления. То есть у углекислого газа есть определенное стабильное парциальное давление, которое зависит от кислотно-щелочных свойств крови и от состояния самого эритроцита, от глубины его выемки. Соответственно, есть давление, с которым углекислый газ должен вылететь из эритроцита. И есть парциальное давление кислорода, которое мы можем регулировать. И все, что мы сейчас делали до этого, это все было направлено на это. То есть взять, засунуть кислород, специфическими способами дыхания это все запрессовать в эритроцит и дальше отправить по кровеносному руслу туда, куда надо. Это вот очень примитивно на пальцах, для чего и как это и где происходит. Один раз вдох, разумеется, через нос, другой раз выдох, разумеется, через рот. Один раз. Заниматься боевыми искусствами, начинает сразу подходит к тому, что дыхание, когда начинает разбирать, дыхание это очень важный аспект. И я рад, что сегодня тему, которую я подготовил, не затронул никто. Евгений сам подошел ближе, он указал это, но я знаю, для вас сюрприз. Игорь Иванович, я знаю, чем вы занимаетесь, поэтому не стал вам не подбирать. Для вас это будет сюрприз, как и для меня, потому что все говорят о дыхании. Я даже видел много шарлатанов, которые на этом делают большие деньги. Начинаются какие-то дыхательные гимнастики, там, а ты сам так в жизни делаешь или нет? Все-таки дыхание – это то, что мы делаем в жизни. И мы, позная практику дыхания, можем тренировать это постоянно. Постоянно заниматься этим. Вы в боевых искусствах отдыхаете. Если вы не знаете, вы пашете. А если знаете дыхание, вы отдыхаете. Вот дыхание и отдых очень близко. И между вдохом и выдохом есть самое главное. Знаете, как карате? Когда в книжке выйдет, Данила, выйдет. Есть одна фотография и другая, если, да? И все думают, что это важное. Но самое важное посередине, что нет, не показано. Поэтому в этом приеме. Да. Самое важное будет здесь. Что он будет делать? Вот здесь самое важное. А это уже самое важное невидимое,
Согласны? Это фокус. Поэтому между вдохом и выдохом есть что? Пауза. Пауза, которая очень важна. Дорогие друзья, все вы как родные, и все, чем делитесь, это сокровенное. Я на прошлой академии уже говорил эту фразу. Отдельно, в прошлый раз я благодарил учителей своих, их не скрою, огромное количество. И, в принципе, как философы говорят, каждый человек, с которым ты встречаешься, смотришь ему в глаза, да, это уже твой учитель. А вот сегодня я хочу отдельно поблагодарить своих учеников, потому что у меня огромное количество учеников, профессиональных психологов, физиков, людей, которые занимаются совершенно разными профессиями в разных областях жизни. Именно благодаря этому возникли в нашей школе именно такие методики, такие техники. Не только благодаря тому, что я начинал занятия свои, свою практику с тайцзи и цигун, потом дошел до карате и чайной церемонии, каллиграфии. Вот. Сегодня немножко поделюсь с вами вот этими всеми аспектами, наработками. Затем мы скручиваемся, выжимаем себя как тряпку и выдыхаем. Мы можем почувствовать, что во время этого выдоха выдох и воздух, который выходит, он такой вязкий и может быть неприятный на запах. Вот именно вот это выжимание. То есть мутная ци выходит, чистая ци входит во время вдоха. Мы высвобождаем все наши области, все сосуды от старой ци. Делаем глубокий вдох и выдох. С максимальным скручиваем. Медленный вдох. И в обратную сторону. Практика дзадзен, она очень достаточно широкая, глубокая, очень интересная. Ее практикуют все боевые искусства, независимо от каким человек не обладал. Всегда мастер садится, перед тем, как начать, он сосредоточивается. Это умение сосредоточить свое дыхание, умение сосредоточить свое сознание. И вот умение сосредотачиваться, оно намного шире, чем, может быть, кто-либо из людей, которые услышат это понимание. Понимание очень широкое. То есть на увиденное человек обязательно должен видеть. На услышанное он должен это услышать, слышать и больше ничего. На то, что он чувствует, он должен чувствовать только то, что он чувствует, и больше никуда в эти рамки не уходить. Есть такой данный пример иллюстрирует один рассказ, когда к мастеру приходит простой человек и говорит: «Сенсей, напишите мне какое-либо ваше очень мудрое изречение». Мастер берет кисть и пишет слово «внимание». Он говорит: «Ну и все? Больше ничего? Неужели в этом слове есть все?» Он пишет: «Хорошо». Пишет два раза: «Внимание, внимание». Он говорит: «В этом нет глубины, в этом нет остроты, то, что вы написали. Я не чувствую то, что вы пишете». Тогда он берет, пишет три раза: «Внимание, внимание, еще раз внимание». Пишет. И почему я этот вспомнил момент? Что слово «внимание», оно и моими учениками до конца особо глубоко не чувствуют. Они стараются все время доносить, что это есть концентрация нашего сознания, нашего зрения и нашего слуха. Когда наше зрение и сознание, и слух сосредотачиваются в одно целое, происходит это понятие «внимание» происходит. Вот тогда человек внимательный. Ваня Крушегович Руменя, завершающий преподаватель нашей сессии. Пожалуйста, преподаватели, построились. Для всех участников завершающий, потому что это завершающая сессия этого учебного года. Мы соберемся только в сентябре-октябре месяце. Наш преподаватель приготовил подарки. Тарас Николаевич Сафронов, как всегда, чтобы у вас было на память.
память. Да, зажигается. Yeah, let's see what you're doing.